Компания «Нисса» – постоянный участник выставки «Принтех». Масштабный стенд и большое количество выставленного оборудования. Что компания «Нисса» показывает на «Принтехе» этим летом? На этой выставке мы представляем товарное направление «Афитек». Это оборудование для полиграфии, для финишной обработки тиражей, полный цикл послепечатного оборудования, а также оборудование компании «Оки», печатные машины для термотрансфера, для печати отделочных работ белым тонером и прозрачным тонером. И впервые показываем в России широкоформатную серию компании «Оки», широкоформатные принтеры. Рассказывают про необычную неоновую печать и про то, что у вас оборудование уходит в типографии прямо со стенда. Нашими новинками этого года является серия печатных принтеров «Оки», широкоформатных и пятицветных машин. Отдельно является очень интересным, уникальным направлением, впервые показанным в России, неоновый принтер от компании «Оки», предназначенный для термотрансферных технологий. Из послепечатного рынка, скажем так, сегмента оборудования мы представляем фальцевальные беговально-перфорационные машины «Мультиграф». Впервые показываем в России пурклеевую машину среднего класса от компании «Дупло». Является новинкой для этой выставки новая серия брошюровального комплекса от компании «Дупло», 6000-я серия, в котором листоподборщики мощные представлены серии 1060 модельного ряда обновленного, который позволяет изготавливать буклеты уникальным размером Landscape на А4 формате, то есть А4 формат по длинной стороне. Такого на нашем рынке не может представить никто. Это оборудование особенно приятно, что оно уже продано, уже на выставке. И, в общем-то, клиенты у нас на сегодняшний день подписали договор на приобретение этого оборудования. Да, продажа оборудования прямо со стенда, прямо скажем, не кризисное явление. Да и компания «Нисса» подтверждает, что не относится к настоящему периоду как к кризисному.